Всем привет, дорогие друзья! Это канал Сава Play Today, и это какая-то веселая наркоманская игрушка в Epic Game Store, которая поддерживает кооператив. Ну да. Так, ну что, пошли пробовать осваивать. Дайте возьму за. Так, пошли, как тут надо. Блять, мне по щам наваляли уже. В этой игре сдохнуть нельзя, я умудрился уже. Потяни за рычаг, давай, тяни. Дергай. Ну, блядь, давай своей клешнёй. Так. Вы когда-нибудь случается в первый, блядь, перевод просто лютый. Доставить будку охранника. Давай, тащи, бери. Давай. Да доходи, давай, чё ты здесь? Давай, я следом пойду. Ну, у тебя чё посылкой придавило? Пошел, давай. Видал. Красавчик. Видал. Блядь, музыка более эпичная, чем графика в этой игре. Ох, блядь. Так, что нам тут? Надо будет все доставить. Куда? Зачем? Не знаю. Достижение открыто. Первый рабочий день. Только освоились и все. Так, ищите работу. Рядом есть заказ на доставку. Так, отлично, побежали. Лучше бы все-таки стиме были, чувак. Так, новая доставка. Это ужас. Блин. Уйди, пошел вон, блядь. Это мой квест. О, в мини-маркете закончились чипсы, отлично. Так, как ее? Да стой! Я выпал из нее. Бля, кто тебе вообще права дал? Ща, погоди, ща я развернусь. Блин, я не ожидал, что он настолько будет лютый. Так, отлично. Ты где? Бля, чувак, я сейчас руками довезу уже. Давай, быстрее. Да ты стой! Помогу, вот так протараним быстрее. Давай, грузи. Тут еще. Бля, завис. Тега наколоцает еще весело. А, сниму, короче, нельзя прыгать, понял? Давай, грузи. Ты решил коробки грузить, так что грузи, я буду на машинке кататься. Ну, пошел. Все, что ли? Я ее потерял. Дебил ты! Ты дебил! Ее слабо загрузил. Куда ты убежал? Вернись. Бля. Че за клоун? Ох ты ж, господи. Тебя штормит прям нехил. Так, как ее? Вот так и всего. Да. И всего делов. Понял, как надо, учись. Не вздумай гонять мой автомобиль, падла. Сука, посылку потерял. Ой, там что-то сломалось уже, по-моему. Погоди, я бегу. Чувак, пойдем пешком, ты везем. Отдай коробку. Задом ходи. О, зонтик есть. Человек, отдай зонт. Вот она, веселая жизнь. Курьер Гильвери. Блин, там вон, смотри, походу, вообще автобусы ходят городские, можно было. Давай, сюда, грузи вот так, и всего делов, нормально. Зонт тоже проходит. Так, смотрим, что тут дальше открывается, где. Всякие аксессуары открываются, ладно, этим мы не будем заниматься. Может, в другой серии уже приукрасим персонажа. Воу! Куда меня? Блин. Ты где? Черепашки-ниндзя разозлились. Вон рядом доставка же. О, блядь, смотри, тут столбы можно как в этом, как в GTA-шке ломать. Как забрать-то? Давай, забирай. Я хочу столб тащить. Отлично. Ай, блин. Почти мимо. Да твою мать! Давай! Ой, по-моему, там хруст раздался. Ну, по-моему, был хрупкое. Ну, сделай чуть назад, что сделай. Тут управление просто тоже не самое приятное. Чуть-чуть вперед, я так это могу. Давай. Блин, она. Чуть вперед сделай! Она не умеет чуть-чуть вперед, она если вот, и тоже внутрь садись. Садись внутрь и держи ее, блядь. Поехал! Ну! Руками ее держи на всякий случай. Так, видишь, куда мы едем? Куда ехать надо? Пока не вижу.
Сорян. Я забыл, что это... Пошел. Я как был гольфист. А, вон 410 метров слева вижу точку. Лево? Да. Иди, слышишь, хочешь ты за руль садись, если ты думаешь, что этим говном так легко управлять. Вернись, сука. Ого, тут легкий это не... Четко при проходе. Мне кажется, мне задом будет проще ехать, чем передом. Слышишь, хватит там покорять город. По люкам не ездить, чувак. По люкам не ездить. Я не успел заторвать его. Моя посылочка. Что? Что из фразы по люкам не надо ездить, непонятно было. Сорян. Она тормозила долго. Иди, будешь за руль садиться, нет? Не, я другую возьму задание. А, ты что, каждый свою может брать? Я думал, оно а-ля кооперативное. А, нет, печально. Хер тебе в рот. Смотри, я как это, как Вин Дизель, я жду лучше, чем передом. Вот твоя тарантайка. А куда ехать, я не понял, я не вижу вообще. Вон, горнолыжный курорт. А я не знаю, здесь карты есть? Ох, карты есть. Есть, знаем. Так, блин, карта слишком резвая. Тут Хаста Бич есть. Ага, вот, все правильно, надо за пределы города выехать. Куда? Куда мы вначале с тобой выезжали, где... Блядь, переворачивайся на поворотах. Иди, выходи за мной, держи посылку. А, всё, вижу. Блядь, я опять на люк наехал, сука. Я забываю, что они здесь взрывоопасные. Так, а я... Погоди, дай. Может, я с тобой доеду? Ну, езжай на этот. Куда угодно, на любой машине. Давай. Да, о, блядь. Чувак, осталось 71% от доставки. А это прочность? Я думаю, сейчас разобьем все. Давай. Руку поднимай. Вот, отлично. Перфекто. Сейчас погодь, сейчас усядусь, поехали. Да стой ты. Хотя, ладно, давай, гони. Гони. А, нет, он не цепляется на машинку. Я думал, он зацепится. Стой! Направо, куда ты уехал? Из направо. Сюда надо. Из города надо выехать и потом в гору подняться. Слышишь, ты где катаешься с посылкой, падла? Блять, я уже не могу сесть в этот транспорт, все. У меня полный раздрай пошел. Направо, но я направо садись, я езжу. Блин, а погрузочная она вообще маленькая, медленная машинка. Ты где? Куда ты? А, вон ты. Все, вижу. Сейчас я устрою погоню века. Либо не устрою, поскольку ты быстрее просто-напросто. Куда быстрее? Я вообще не еду, я вообще вперед боюсь нажимать, блин. Блять, у меня опять потеря контроля. Ты сейчас посмотришь, как я езжу, ты офигеешь. Так, а почему она едет? А, погоди, здесь как-то рычагом надо этим управлять. Я вот пока вот это не понял. Вроде... Да руками нажми и вперед, назад, и все. В чем проблема-то? Да вот что-то сейчас заглючил как-то, техника это не хотела выруливать. О, чувак, я как этот. Как тот чувак, который этот, в этот форсаж? Вин Дизель? Нет, который Уокер. Уокер? Да-да, ну как в этот фильме-то. Нормально, я еще держусь. Сейчас я тебя догоню. Тут какие-то полены еще пойдут по дороге, там... Блин. У тебя хорошо, у тебя четырехколесный мобиль. Меня огрело. Полено, чувак, еще скоро. Вот оно меня и огрело как раз. Что непонятно, я сказал, что там полены какие-то есть. Да нет, это было все понятно. Так, ну что ты там доставку сделал, оформил? Да, я его сложно вытащить из этой машины. Сейчас я помогу. Давай. Отлично. Так, что мы теперь здесь дергаем? Лыжник в перерыв они хотят есть. Отлично, горячий обед. Так, что нам? Хватай посылку. Не, игра как-то скучная, честно, бля. Нормально. Ну, я в смысле того, что она
А чего ты ожидал? Да стой ты, не погоди, я запутался. Ну я потому что тут одни, тут тупо доставка, короче. Ну а ты чего хотел? ПВП сражение и эпичную битву с боссами? Так, нам еще выше надо. Отлично. Давай, садись. А, ты вышел на перерез, да? Так рубильчик дергает. Ну ты придешь сюда, или ты на своей? На своей? Ну и ладно, пусть с тобой. Блять, такое умное лицо в горку поднимается. Понятно, он по склону едет. Я прям не мил засадка. Вы не видите это, как я еду. Это полный трэш. Ладно, я не буду тебе говорить, что произошло. Я еду, чувак. Вот я так же вылетел на повороте. Я видел твою скорость. Блин, погоди. Давай вот так пробегусь. Сука, не дави меня! Я тебе скорее не даю. Воу! Иди нахер! Ускоряйся! Склон чуть слишком высокий. Такая физика просто. Ускоряйся! Сука, шакал. Зато моя посылка будет более целой, чем твоя предыдущая, которую я разбил тебе. Блять, я слышу, как ты рядом уже где-то. Нет, напрягай. Не вздумай меня давить. Несмотря на то, что в этой игре нельзя сдох, ты где-то рядом проехал. Так, все, какие-то баги, глюки текстурно. Все, отлично. Вот вам лыжники, жрачки, живите, пожалуйста. О, первое золото, чувак, первое золото. Ну так. Ты куда слезь нахер, слышишь? Ты че, блядь? Мы не геи. Да убью. Ты че за хер такой? А ну-ка. Надо, смотри, тут, по-моему, на F можно как в рестлинге прыгнуть вот так. Оу! Меня на прокид взяли. Так, ладно, вот здесь тоже есть что-то. Давай посмотрим, что тут. Я думал, другой, ладно. Как? Оп, мастер ледянок. Оу! До свидания. Я уже догадываюсь. Так. Давай, подымай. Слышь, ты где? Чудо. А, я упал, я падаю. Ты уже поехал? Не, я падаю. О, я слышишь, я походу сделал доставку коробки. Не, нормально. Вполне годно. Вполне цело, вполне годно. Блять, я ее потерял. Я ноги сломал. Я под склоном Все, ты его разбил, я вижу. Это чистая случайность. Ух, как он летит на склон. Аж ноги в обратную сторону согнул. Эх ты. Ну это было весело. Он у меня ноги не умеет выпрямлять почему-то. О! Еще один смертик поехал. Ну пошел. Ты что, не разбился, сука? Ох ты, потому что... Ну-ка, погоди, пока не остановись. Оп, давай, теперь клади. Я готов к приему подачи. Стой! Во, отлично, я выплюнул нахер отсюда. Товарищ, куда идти? Открыта новая машина. Так, вон маркер. Пошли к маркеру. Шух! Да сука, блядь, ты еще меня сверху захотел.
Давай, дергай рубильник. Да, харе. В смысле, доставка отменена? Мы что, уже разбили все? Ресторан в пустыне понадобился. Ух, нифига тебе тут доверили. Не, я не полечу с тобой. Так, Лёд, давай. А как его? Погоди, а за что его цеплять надо как-то? Пока не понял. Ладно, отлично. Ты вроде справился с основной частью. Так. Давай. Ко взлёту готов. Ну. Давай. Чё ты с ней бегаешь, как с газонокосилки? Так он не поднимается, если чё. Чё, надо помочь тебе? Не помоги мне, чувак, он не поднимается. Блядь, ты немощь, блядь, просто. Блядь. Держи. В смысле держи, она меня сейчас придавит и всё. Блядь. Иди налево чуть-чуть. Окей, давай, сейчас обойду. Положи, подожди, положи, иди. Ты с одной стороны встань, я с другой, и все, и одновременно берем и кидаем. Вот, я взял. Куда ты, сука, идешь? Во, иди, я тебя вместе с кубиком затолкаю туда. Отлично. Почти получилось. Стой, куда он уезжает, падла? Это лед. Да я знаю, что это лед. Блять, у меня почти получилось. Так. Давай заново сделаем. Сейчас, давай заново сделаем. Да а чё тебе новый лед что-то даст? Заново. Блять, сука. Паника. Давай, может, отсюда попробовать его затащить. Пупсик мой. Отпусти рычаг, блять. Ты меня отпусти, дебил! Понятно, все, короче, тут мы сейчас помрем. Ой, блядь, чуть не улетел. О, держу, взлетай. Хьюстон, взлетай. Рули давай. Как думаешь, если мы сбросим лед, нормально будет? Сосули сверху прямо. Чувак, хочу сказать, у меня вторая рука не дотягивает до второго рычага. Делаем проще. Перехватываешь управление сразу на второй рычаг. Хватит дергать, блядь, меня сейчас выпаду. Чувак, я уже выпал. Что непонятно? Блядь. Кто-то кричит, все, жесткая посадка, блядь, дебил. Блядь, все взорвалось к чертям собачьим. Я вышиб! Так, дубль два! Где лед? А, там надо по новой. Туда? Ну, в принципе, мы справились достаточно неплохо, если бы ты не выпал из кабинки в самом начале. И мы не потерпели бед. Ты слишком толстый! Давай! Блин, вообще мы... Короче, давай так, ты вроде держи лед, я летаю, и все. Все, лети. Да вроде готов, блять, погоди, я сейчас выпаду. Да, сука, блять, нет, верни меня. Все, полет готов. Лети прямо только, не надо на правый бок тухни, попадай. Чувак, ты другой рычаг держи, дебил. Опять я на другом. Так, это правая рука вроде. Блять, прощай! Этот мир был слишком жесток! Хорошо, вошел бомбочкой. Так, а ты там на вертолете был, да? Я лечу к тебе! А! У меня пропал! У меня пропал! Все, прилетел. Ты не очень был мне нужен на этом задании. Я запомнил тебя. Ну, в общем, ты готов, да? Ты подожди, еще не сел, видишь? Ты левой рукой держи одно, второй рукой держи, просто держи этот, и все. Понял? Да это я понял. Взял? Нет. Не взял.
к взлету готов. Земля в иллюминаторе, блядь. Меня опять швыряет по всему салону, блядь. Отлично, все. Тебе там это не сильно давит? Лети давай. Дергай второй рычаг, че ты? Управляй. Блять, муж выше дирижабля, твою мать. Давай, давай. Я тебя понимаю. Я не знаю, как не управлять, чувак. Блять, мы падаем. Теперь я понимаю, почему иногда Почта России задерживает свои посылки с Алиэкспресс, которые самолетами летят. Ты куда, блядь? Пиздос, нахуй. Полетели, блядь. Я опять, блядь, Каспар. Сука, блядь, я тебя ненавижу. Ты горе-пилот, блядь. Все, я опять на дно пошел. Так, ты еще летал, да? На тебе, блядь, нехуй летать. Давай, давай все-таки теперь ты сосулька, блядь, а я попробую этим говном поуправлять. Давай. Прошу на... Блядь, что ты меня за волосы дергаешь, падла, блядь, иди нахер. Так, я тебя не взял, подожди. Так, давай, поехали, пошел. Куда пошел? Ты еще не зацепился, я-то улечу, а ты... Ну? О, идет он, блядь, не спеша. Ну давай, я выйду, не знаю, что ты сел лучше, потом зайду. Только тут рычаг не дергай. Красавчик! Все, стой, не двигайся. Сейчас папка возьмется за вертолет. Давай, папка, ёпта, поехал. Ча, погодь, блядь. Блядь, это сложно. А ты, блядь, думал. Все, пошли на взлет, ёпта. Да, он вниз не летает, если чё. Как не летает? А это что? Ты куда? Слышишь, у тебя чё, гравитация там не действует? Ты тебя! Ты тебя! Куда ты? Я за тобой, я спасу тебя! Чё ты трясёшь, я не понял? Не тряси, дебил! Нормально было. В принципе, неплохо, уже почти получилось. Наверх тяни, наверх тяни, наверх тяни. Ты что меня забрал? Да пошел! Иди сюда, ты говно вонючий, дерьмо собачье. Красавчик! С первого раза, да куда ты? Сиди, сиди там. Я хоть залез, все, я залез. Управляй, как ходит, чувак. Так, погоди, я, блин, не видно иногда, когда до второго рычага он достаю. Нормально. Нормально, мы живы. Не взорвалось, не взорвалось, знаешь, все пучком. Не тряси ты так, дебил. Да я вообще не еду прямо, это больше пинг, наверное, трясет на сервере. А, я сейчас упаду. Все, все, все. Нормально, все, поехал, полетел. Давай быстрее, только лети, ёбка. Быстрее, погоди, это же, блядь, ювелирная рабочая, блядь, пиксельный апач. Слушай, а давай, наверное, приземлимся и сосульку уже просто дотащим. Ты куда? Бля, я сейчас выпаду, если наверное, не приземлишь же, чувак. А чё он, нет, не садится? Да, он не садится, прикинь, да? Не, ща вот так сделаем. Тихо, тихо, тихо. Нормально, ты выжил? Да, я выжил. О, нормально. Я сам катапультировался. Все пучком. Цель была простая, да, долететь до острова. Давай, пошли, пошли. Shift, жми shift. Нормально. Ты что тормозишь, блядь? Эй, тихо, 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 не толкай, дебил. Давай, давай. Можешь прямо идти, чувак. Я иду прямо. Чего огромное спасибо. Ага. На тебе вместе с тобой. Бонус, блин, за доставку. Так, чё, где еще тут? Где? Чё, можно доставить? Сейчас наверняка надо на лодке будет плыть. Мы уже тут все поперепробовали, что только можно. Вон.
Уйди, это мой рубильник, ты сука. О, блядь, целых две посылки, ну это все. Блядь. На, поймал. Хорош, блядь, получил. Ладно, короче, держи его, я поехал. Держи просто его. Подожди, подожди, сейчас я. Мне же надо твою еще держать посылку. Друзья, где, куда ехать-то, я не понял. Ну карту открой, посмотри, все, я две держу. Напоминаю, у тебя трехколесник, который в поворотах переворачивается. Наверх горы надо доставить. Вон слева. Да. Почти, но я держу. Ты слышишь? Хватит драться. Не, я держу. На мой счет можешь не переживать. Вернись в машину, блядь, ты водитель. Держи, главное. Суровые московские водители, блядь, которые могут руль. Сейчас я доставил. Сейчас я, погоди, сейчас все погрузим. Так, надо, видимо. На, я тебе одну отдаю. И сам туда прыгай следом. Блин, глюк. Хреново из себя грузчик. Из меня держатель классный. Все, отлично. Молодчики. Так, а вот этот можно? Стой, сука. Ты, ах ты же изверг, блядь. Хватит там крушить. Я не знаю, он у меня... Ты посмотри на моего. Он ходить не умеет. Так, а вот задание, куда ты уехал? О, какую вот эта машина офигенная, чувак, давай на эту машину. Так ты вернись за мной, доставка здесь. Куда там? Чё там за говно какое-то? Барахтается. Так, чё? Да подожди, ты, дай я сяду. Садись. Чё ты укаешь? Погнали. Я держусь. Блять, нет, не держусь. Меня выплюнул. Куда ты стол забираешь? Ну, хватит меня, блядь, тарань. Дай мне войти в машину. Заднего света не было, я его решил добавить. А, задний фонарик. Он выпал. Поехали. Вот, погоди, погоди, стой, стой, стой. Тут ручка есть, держаться. Это для таких, как я. Куда ты, блядь, выплюнул? О, так, Нью-Йорк, отлично. И где эта крутая машина? Вон она. О, смотри, мне фартанул, мне уже загрузили. Но на этом я, конечно же, не поеду. Сука, ты бесчувственная, ты мразь. Я понял, как вот оставляй, короче, понял. Я понял, как вот оставляй, короче. Стой, блядь. А не так, мразь. Отдайте мою посылку, у меня, блядь, водитель с ума сошел. Че ты угораешь что-то? Не, все, это. Я потерялся в этих трех палках. Сейчас я загружусь, и там можно одной рукой будет держаться за вот этот рычаг, я так полагаю, желтым дыклем. Да подожди ты. Почти, почти, подожди, не рули, блядь, отдай мне управление, сука, куда ты мне рожу загнул? Рули только, рули, не уезжай. Он прыгает, чувак. Ну это баги, чё ты хотел? А, тут недалеко, он 200. Блядь, опять ты меня выплюнул, блядь. Для этого чётко туда сбросить. Так, настрой кое-что. Все, отлично, по красоте. Так, а с кактусом тоже, если столкнуться, что-то будет, нет? Нет. Ну, обними ее. Ну, уже попробовал, и ничего нету. Садись. Подожди, подожди, пытаюсь.
Сука, стой. Я пока только не понял, для чего вот этот рывок. Может, чтобы красиво вот так в машину водить? Блять. Сука, блять. Тебя ненавижу. Взял пузатор, задавил. Прямо езжай. А, это уже я у руля? Понял. Иди нахер. Пошел отсюда. Так, дергаем, что здесь? Ай, блин, сейчас опять вертолет будет, опять мы будем 30 лет летать. Да, а, ну да. Блин, на дирижабль надо, что ли? Ну ладно, здесь вроде такая бич-коробка. Дай мне коробку, ебать. Дай мне коробку. Да на, забирай. На вершину дирижабля надо. Уйди пока, уйди пока. Все, все, поехали. Давай. Шеф сказал, улетаем. А если что, слева торнадо, то не бьёте, не бьёте. Ой, погоди. О, меня и без торнадо штормит в НАТО. Я сейчас упаду. Вверх нажми, чувак. Да я и жму вверх. О, смотри, акула даже есть, ёпта. Так, вон там где-то. Вон он. Посадка будет жесткая. Будем на ходу выпрыгивать. Как миссия невыполнима. Ты там держишься? Да. Так. Что-то у твоего персонажа немного лицо прихерело, видимо. Поехали вниз. 600 метров, чувак. 600 метров еще. Говно вопрос. Ты только не выпади, а тот. Я сейчас выпаду, идиот! Стой. Идиот и кусок! Даже где остается! Я держу! Идиот! Прощай! Прощай, жестокий мир! О, все, теперь я полетел. А я еще это. Впервые это умудряюсь в воздухе сделать. О, блядь, шеф. Шею свернул в 5 местах. Да. Веселая доставка, веселая. Ладно, давай сейчас здесь эту серию закончим, будем в другой раз еще угорать.